И всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами снова я, Blackstorm Phoenix. Сегодня мы играем на карте Survival Games 5, я сегодня играю один. Играем на карте от создателя Team Wired, это тимка такая. Это последняя карта из серии SG, которая была на... Да. На ней я снимал свой последний частрот, насколько я помню. Сука, пацаны, дайте хоть что-нибудь. Если они сейчас первые побегут на мою нычку, это ГГ. Ладно, тогда обойдем их. Ас. Типа жопа? Или он жопа? Хер знает. Кто-то побежал уже на мою нычку, но давайте тогда пойдем вот сюда. Хотя нет, он не побежал, не знает. Так, кто-то побежал на другую мою нычку. У меня их две, как вы знаете. А, текстурки не прокрутились. А, ясно. Давай, 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 мне меч, блядь. Да хватит спамить! Шлепки. А, этих кто не прыгнулись, ну нормально. Ничего, я же так смогу поиграть. Фу, это такое дерьмо. Ой, ёшки, кошки. Вам именно вот на этой карте вот они не прогружаются никогда. Спасибо. Мне очень нравится. Поиграем так, собственно говоря. Другого у меня выбора нету. Вот, а, вот это нормально. Ничего не бывает. Правда, я нихера не вижу. Ну, блядь. Вот как тут запрыгнуть-то? Да. Обновление чанков тоже не помогает. Я вижу. Ой, мусорок, не шей мне. Кстати, вот смотрите, там внизу сундук, а залутать его не получится никак, походу. Нам надо наверху сундук залутать. Пойдемте. Да, нихера не вижу. Так, вот ты меня реально бесишь уже. До свидания. Мне будет на телефон спамить теперь. Ну, видите, какие отбитые в наше время существуют люди. Это Тёма Зырянов, если что, пишет. Ну, вы же согласны со мной, что он отбитый? Кстати, почему я снимаю один? Потому что это 98-я серия, подготовка к сотой. Сотая серия будет охеренчик, юбилейчик. Эту серию я снимаю во вторник, 7 октября. Выйдет она, наверное, через недельку, так, 14-13 октября. Почему так? Потому что еще не вышли другие две серии. 97-я серия, которая называется как мы помним. Как она там называлась? Я забыл, как она называлась. Да шоп тебя, а? Шоп тебя, яшкендерахтем пандемпанбарн. Так, у нас кто-то внизу. Как туда попасть? Сейчас вспомним. Так, как она называлась? Я забыл. Да ёшки, чё? Ага, он выходит. Ну ничего, мы его сейчас встретим нормально так. О, нормально. Ну всё. Вы видели? Вы это видели? Я таких читаков давно не видел. Боже мой, ребята, ну так вообще дело не пойдет. Ну чё читак не слил, вы, блин. Жесть, просто жесть. Жесть, такая жесть, я просто... Охереть. Как я еще выжил? Я думал, мне уже придется перерекивать. У меня уже прям такое чувство было, что я сейчас бомбану дико. Потому что если бы я сейчас не записал, я пошел вон из Майнкрафта. Наверху еще один. Ёшкин-кошкин. Сейчас попробуем что-нибудь с ним делать. Двое наверху. Трое наверху. Что за нахер? Подождем их тут. Это Тима гонится за синглом или как? За соло, то есть. Вон еще Тима. Я думаю, Тима не очень хорошо облутан. Пойдемте скрафтим меч. Как мы меч скрафтим с вами? Текстур-то нет.
как наверх попасть? А, тут же эти пути. Вот он. Вход. Fucking shit. Ничего не прогрузилось. Я тогда серию назову без текстур играю. Потому что, ну, 6. Смотрите, они тут вообще не прогрузились. Вообще жесть. Жесть, ребят, не знаю, что делать. Ни хера не вижу. Ёбаный в рот. Такая чепуха. Главное, не знаю, что делать я с этим. Не, потому что только майн можно перезагрузить, а не дефолт я ставить не буду. Чё за ересь? Где вы, ребят? Только не пишите, что это читы, блин. Ну то реально, я вас заблокирую сразу, потому что это такие... Если кто напишет читы, отписывайтесь сразу, потому что вы полуумные придурки. Вряд ли такие будут, потому что я уже объяснил конкретную ситуацию. Конкретную ситуацию объяснил я, но не тем вот двоим, которые не очень хорошо одеты, и соло-плееру. И моим текстуркам я тоже нихера ситуацию не объяснил. О боже. О боже мой. Нет, 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 я туда не пойду. Я туда не пойду. Ой, жесть. Не-не-не-не-не-не. Там вообще нету текстур у меня. Там вообще жесть будет. О-о-о! Жесть. Мне туда стоит попасть, но как? Я ни черта не вижу. Ай, я знаю, что будет, если я перезагружу вдруг. На дефолт поставлю. У меня слетит прицел, слетят все эти иконки. И это вообще жесть будет. Еще хуже будет серия называться. То есть не будет она никак не называться, потому что у меня потом крашнется майн. Опа! Вот этот сундук, помните, я не лутал? Надо было стрелы. Стрелы нашел. Так. Можно ботинки скрафтить? Пойдемте на самолет. Майнкрафт не перестает нас удивлять. Я думаю, мы сможем затащить. Такой меч хороший. Очень хороший путь был мною залутан. Ведь мало людей знают тут тактики. Но я знаю. Потому что я один из тех людей, кто мало. Кричко. Ясно, понятно. Так. Самолет у нас тоже не прогрузился. Жесть. Даже самолет не прогрузился. Да. Но если я без текстур затащу, это вообще тогда будет хардкор. Зрелые мамаши. Эй, мусорок, не шей мне срок. Опа! Опа! О, нихера себе там! Ой! Сейчас повеселимся. Два депла, ребят. Два депла. Я думаю, хватит для двух. Для двух. Иди ко мне, Ричимару. Ричимару! Ой, что-то какой-то изовый Ричимару. Ой, он сносит много. Что-то они какие-то изи. Спасибо. Думаю, подъесть депл. Вдруг на всякий. Эй, Ричимару! Что он делает? Сейчас еще из лука постреляет. Давай, ну блин, Ричимару.
Ни туда, ни сюда называется. Все. Ричимару готов. Два алмаза у него было. Как раз вовремя убил. Иначе мы убили меня. Так, это у нас не горит. Это тоже не горит. Что же у нас горит? Я не знаю. Тут что-нибудь горит? А! Ладно, пусть тут останется. Эй, мусорок, не шей мне срок. Машина Зингера и два чувака на спауне. Это финал, походу, будет. Да, это финал. Что? Ну ок. Я даже не против. Фух. Вот эта серия эпичная. Текстурки слетели. Меня чуть не слил читак. И двойная тима чуть не слила. Вообще жесть. Не 99-я серия, а срыв пукана. Тем более мы его. Машина Зингера. И водочка пропала. Хоп, мусорок. Не шей мне срок. На-на-на-на-на-на-на-на. Интересно, как залутан мой противник? Надеюсь, он не лох. Что-то... Не-не-не, показалось. Давайте посмотрим. Итак. Непрогруженный спаун. Замечательно. Просто жесть! Это же... Ребята, это же жесть! Он может меня слить. То, что у него стрелы. Есть. Все, ребят. Мы смогли с вами зарекать 29-ю серию. Ой, какую 29-ю, я ебанулся. 99-ю. Ну а с вами был я, на этом Блэкс, и я говорю всем удачи, всем пока, особенно своим текстуркам. Сейчас вылетит майн. Как я только хапнусь, сразу вылетит майн. Хакер, ват. И я на этом говорю всем удачи, всем пока. Ну, блять, ебанутый. На этом я говорю всем удачи, всем пока, береги тебя и, конечно же, и... Нет, не так вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и ждите сотую серию, так как она будет самой крутой. Ну что же, всем удачи, всем пока, береги тебя, ибо ночь темна и полна ужасов.